На правом берегу реки Большой Зеленчук находится музей-заповедник под открытым небом, где, по предположению ученых-исследователей, располагалось древнейшее поселение аланов. История развития городища относится к X-XIV векам, пока оно не пало под разрушительным натиском монгольского нашествия. Это древнейшая из действующих православных церквей России, относится к последней трети X – началу XI века. Но в XIX веке храм был перестроен и расписан внутри монахами при реставрации. Северный храм – самая крупная христианская церковь Алании. Это был кафедральный собор Аланской епархии, центр ее духовной и культурной жизни в X-XIII веках. Средний храм является древнейшим сохранившимся храмом на территории данного городища. Строительство было начато после принятия аланами христианства в начале X века, но так и не было завершено до 932 года, когда христиане были изгнаны. Согласно историческим документам, расцвет Аланского царства пришелся на X-XII века. По всей видимости, этому во многом способствовало удачное положение государства на Великом Шелковом пути. В 916 году Алания приняла православие от Византии, сильно сблизилась с соседними православными государствами – Абхазией и Грузией. Храм построен в конце X века и считается самым поздним из сохранившихся до нашего времени пятерки аланских храмов. Есть версия, что это уменьшенная копия Свято-Георгиевского храма из Нижнеархивского городища. Храм построен в 965 году на отроге горного хребта на левом берегу реки Тиберды. В настоящее время не действует. Главный храм Донского казачьего войска открыт и освящен в 1905 году. Здесь покоятся останки донских атаманов Платова, Орлова, Денисова и других. По высоте купол он занимает в России 7-е место. Крест, которым увенчан главный купол, инкрустирован 80 монолитами горного хрусталя, ограненными алмазной гранью. Это главная архитектурная достопримечательность станицы Старочеркасской, первый на Дону каменный собор. Вплоть до 1805 года Вознесенский собор являлся главным храмом войска Донского. Был построен в 1719 году. Атаман Даниил Ефремов построил в Черкасске церковь во имя Донской иконы Божьей Матери. На ее основе позже, в 1837 году, был создан Ефремовский женский монастырь. Одна из архитектурных достопримечательностей станицы Старочеркасской – первая на Дону каменная церковь. Еще носит название «Ратная» – по ратному урочищу, где издавна собирались казачьи рати перед походами. Монастырь был основан на северном склоне Кавказских гор к юго-востоку от города Майкопа в 1877 году монахами, пришедшими в здешние места со святой горы Афон. Он был самым крупным, богатым и благоустроенным монастырем Северного Кавказа в XIX веке. Близ города Ессентуки на вершине горы Дубровка, 738 метров, в 2006 году был построен новый женский монастырь. Монастырь на горе Бештау был основан русскими монахами в начале 20-го столетия. По преданию, со времен Древней Алании с 9-го столетия близ Бештау существовал византийский монастырь. С 15-го столетия обитель перестала существовать. Освящение нового монастыря состоялось в 1904 году. Храм Ольги Равноапостольной расположен в западной части города Железноводска на возвышении, среди жилого района. Он построен и освящен в 1989 году.